Привет, с вами я, Арина Влог. Сегодня я решила сделать более атмосферное видео. Вот, кстати, хочу вас предупредить, то, что если мой канал подписан Арина Влог, это не значит, что здесь одни влоги будут. Ну да, влоги уже, один влог готов. В общем, сегодня я буду вам показывать, что находится в моей косметичке. И в конце видео мы откроем вот такую вот игрушку из Макдональдса. Вот так вот выглядит моя косметичка. Она уже достаточно старая, но все же она хорошая. Вот. И да, ребята, в общем, я скоро себе уже куплю новую. Ну что ж, давайте открывать. Первое, то, что здесь находится, это вот такие вот таблетки в дороге. Это от тошноты. Здесь их 10 таблеток, ну так как я сюда добавила на всякий случай жизни, здесь их уже не 10. Ну и инструкция. В принципе, особенного здесь ничего нет. Итак, далее, кстати, эту косметичку я ношу не везде, ну, понятно же. Итак, это вот такой вот активированный уголь, он черный на всякий случай жизни, потому что реально на всякий случай жизни, это точно, таблетки, да, реально на всякий случай жизни беру, ну, ничего. Далее, это у нас блеск для губ от фирмы Принцесса, вот, Принцесса. Тут есть такой вот блестящий, он такой вот не сильно яркий. Есть он вот такой вот, он поярче, ну точнее он не поярче, он такой потемнее, его лучше видно. Ну, в принципе, обычный. Так, далее это у нас вот такие вот салфетки Зева. В общем, обычные сухие салфетки с ароматом ромашки. Дальше это воск. Воск для брекетов. Сейчас я вам покажу его. В общем, вот столько у меня осталось. Мне иногда реально натирают брекеты, и это ужасно больно. Далее это у нас Септолета Тотал. Снова таблетки на всякий случай жизни. Потому что если я еду где-то, или просто у меня может заболеть горло, или меня продуть, и так далее. Так что таблетки я беру такие. Далее это у нас резинки. Вот такая вот резиночка со стразиками. Потом обычная черненькая резиночка. И потом еще красная резиночка в горошек. И обычная синяя. Ну, в принципе, все. А, ну еще вот шпильки, которые упали. Да, не с самого начала видео тут лежат, потому что я уже переснимываю какой раз это видео. Ну, в общем, вот что находится в моей косметичке. Лично для меня это самое необходимое. Кстати, здесь не хватает просто влажных салфеток. Итак, теперь мы откроем вот такое вот с Макдональдса. Так. В общем, вот так вот выглядит. Так, давайте открывать. Блин, она тяжело рвется. Итак, давайте вытащим все. Так, давайте посмотрим, как это все выглядит. Happy Meal. Да, я Happy Meal покупала. Что у нас тут попадается? Вот такие вот у нас зверушки попались. У нас попалась вот такая. То есть, блин, вот она. Вот такая. Надеюсь, что мне еще попадутся. Ну, просто для в конце видео. Итак, вот так вот она выглядит. Это вроде из зоомагазина, я не помню. Я подарю своей подружке, которая собирает их просто. Вот. Ну, короче, она обычненькая вот такая. Так, это, я так понимаю, на нее нужно клеить. Давайте наклеим. О, еще что ли? Что-то. А вот это наклейки, а вот это... Вот. Давайте я сейчас повытаскиваю вот эти вот штучки. Блин, я, похоже, порвала. Ну ладно. Итак, я чуть-чуть в другой форматик, потому что мне неудобно. Так, я так понимаю, это вот сюда, тут в голове есть дырка. Вот такая вот дырочка. Так, ребята, она... Сейчас что? А, вот, смотрите. Так, просто мне подружка показывала. Тут есть тоже дырочка. Это мы вставляем вот.